Здравствуйте, ребята! Добрый день, Буратино! Здравствуй, Мальвина! Привет, ребята! А что ты читаешь? Сказку! А какую сказку ты читаешь? Ой, там картинки красивые, а еще бабка, ух, вредная какая! Деда все к морю гонит! Так это же сказка о рыбаке и рыбке! Точно-точно, рыбка там тоже была! А ты знаешь, кто написал эту сказку? Секундочку. Александр Сергеевич Пушкин. Правильно. Это великий русский поэт. И сейчас я тебе и ребятам о нем расскажу. Буратино! Александр Сергеевич Пушкин. Великий русский поэт, писатель и драматург. 200 лет назад он создал литературный русский язык, которым мы пользуемся до сих пор. За свою жизнь Пушкин создал сотни произведений всех видов и жанров. Поэмы, стихотворения, повести, романы и, конечно, сказки. Еще при жизни он был признан величайшим из русских поэтов. А, я понял. У него, наверное, была бабушка вредная. Вот он про нее сказку и написал. Ну что ты? Нет, у него была няня Арина Родионовна. Она и прививала любовь к сказкам маленькому Пушкину. А ты эту сказку знаешь? Конечно. Я знаю и много других сказок Александра Сергеевича. Уверена, и ребята их тоже знают. Сейчас я прочитаю вам несколько отрывков из разных произведений, а вы скажите, как они называются. Не видал ли где на свете ты царевны молодой? Я жених ей, братец мой, отвечает месяц ясный. Не видал я девы красной. Что это за сказка? Правильно, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Что это за произведение? Правильно, поэма «Руслан и Людмила». Негде в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Что это за сказка? Правильно, сказка о золотом петушке. Белка песенки поет, и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистый изумруд, вот что чудом-то зовут. Какая это сказка? Правильно, сказка о царе Салтане. Молодцы, ребята! Мальвина, мне так нравятся сказки, пойдем еще почитаем. Конечно, и вы, ребята, читайте книги, в них много интересного и поучительного. До свидания! Пока-пока!